В Одинцовском округе начался основной период ОГЭ для девятиклассников. В этом году в экзамене принимают участие 4289 человек. Школьники сдают только обязательные предметы – русский язык и математику. Экзамены по выбору отменены. Первые испытания по русскому языку прошли 24 и 25 мая. После 27 и 28 мая девятиклассники проверят свои знания по математике.